Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее. Сегодня у нас Бравл Старс. Хочешь эти видосы видеть, короче? Блин, лепи лайк, пиши комментарий. Я хрен его знаю. Чё хочешь, делай, потому что, по сути, эти видосы никуда дальше моего канала не попадают, и другие люди, другие ребята, подписчики какие-то потенциально новые их не видят, потому буду рад любой вашей поддержке. Сегодня мы будем открывать Бравл Бокса моему подписчику, игроку под ником MDA YouTube, я так предполагаю. 70 у нас простых, 9 больших. Что у нас? Давай смотрим сразу по аккаунту, если ты хочешь тоже предоставить свой аккаунт на открытие боксов. В описании есть ссылочка на Google форму. Заявки на роллинг и Бравл Старс боксы. Просто там, я, конечно, все поменяю немножко, но, в принципе, там, где заявки на роллинг, ты можешь оставить заявку и на открытие боксов. Ладно, что у нас тут получается? Слушай, а тут не хватает огромнейшее количество бравлеров. Самый такой крутой. Ну, это Пенни и Дэрил, получается, да? Слушай, грустно. Давайте будем надеяться, что сейчас возьмем и что-нибудь откроем. Легу какую-нибудь, а? А, давай, ставь лайк, и выпадет Лего. Такой супербайт. Супербайт, друзья. Ну, как по-другому? А как по-другому? Давай-ка. Давай-ка, дружище. Давай, дружище. Сейчас, ёперный ты театр. Сейчас. Ну. Давай. Нужны новые бравлеры. Так, 5 гемов получили. Окей, давай. Нужны новые бравлеры. Легу. Легу дай. Легу дай. Легу. Легу. Нам нужна Лего. Нам нужна Лего. Нам нужна Лего. Да, твою ж за ногу, а? Ну, твою ж за ногу, серьезно, давай уже. Ёлочки-то палочки. В прошлый раз открывал подписчику, ничего не выбил. И сейчас то же самое будет, но я тогда вообще не знаю, что делать. Реально. Ну, давай же. Ну, пожалуйста. Ну серьезно. Давай уже, а? Ой, не сюда я, короче, долбанул. Открываем. Может и вправду копить не стоит. А как вы думаете, ребят? Ну, ты откроешь? Ну, давай уже, сука, дай ты Легу какую-нибудь. Ну, или просто бравлера. Ну, хоть что-то дай. Ну, хоть что-то ты дай. Пожалуйста. Хоть что-то. Человек копил, мучился, не тратил. Аккаунт из-за этого страдал. Не прокачивался. Где? Где, сука? Где бравлер новый для аккаунта? Давай! Ну это будет тупо, если мы вообще никакого бравлера не выбьем. Это будет просто жестко. Это будет прям очень грустно. Прям, ну, невероятно грустно. Давай, 37 еще. Так. Давай против системы пойдем, откроем большой бокс. А то обычно начинаем с маленьких. Теперь маленький бокс. Давай! Нет, смотри, вообще ничего не падает. Большой бокс. Опа! Это этот, сука, Рика. Ну, хотя бы, да, что-то новенькое появится у человека. Качнет всех кубков. Это же хорошо. Сейчас теперь и Рика будет выпадать, будет прокачиваться. Это замечательно. Это замечательно. Конечно, не Лего, но почему бы и не да. А то прошлый раз реально тоже я у Люпена открывал. Вот, и там 100 боксов, там даже больше 100 боксов. Вообще ни хрена не упало, понимаешь? Вообще ни хрена.
Не знаю, возможно такое, что вот там за одно открытие этих боксов тебе выпадет, допустим, к примеру, два браулера. Хотя, я думаю, может, шанс есть. Но сейчас мы, скажем так, одного выбили, на второго, я думаю, что у нас шансы резко уменьшились. Так, вот, уже Рика выпадает. Замечательно. Давай-ка дальше. Так, 5 гемов. Гемы копятся. Это хорошо. Это прям опупительно. Давай большой сундук. Ну, давай рандомчик. Ну. Давай. 5 гемов. Ну, допустим. Так. Замечательно. Давай. Дальше. Нужна лего. Лепик какой-нибудь. Лего нужна. Лего. Давайте, блин, кулачки. Сжали кулачки. Надеемся, что повезет пацану. Давай, дружище. Ну. Долго думал. Я уже надеялся, что даст, короче, какую-то лего. Так, давай, большой бокс полетел. Большой бокс, давай. Окей. Слушай, удвоители падают. Это хорошо, на самом деле. Давай. Так, пропуски. 18 еще. 18 шансов. Так. Еще 3 пропуска. Давай-ка сюда. Ну! Че ж ты так долго думаешь? Давай лего! Сука, лего давай! Нет, не дает. Не дает, сволота такая. Еще. Нам мало Рико. Хэштег нам мало Рико. Давай, сука! Хочу супер удачное открытие. Ништяков. Ну! Пожалуйста! Ну, ты сейчас задумался. Может, сейчас дашь лего? А, сейчас? Нет, не дал. Сучоныша кусок. Давай же! Сволочь, да? Вот ты сволочь. Так, давай сюда. Большой бокс. На тебя большие надежды. Ты большой бокс. Ёлки-палки. Шанс хотя такой же. Но тем не менее. Давай маленький откроем. Ну! Где? Пожалуйста. Ну! Давай. Пожалуйста. Нет. Ну! Пожалуйста. Давай, Джесси. Нет, не дает. Ну, последние остались. Еще есть какие-то шансики. Давай, сука! Рандом. Ну, вот это реально за 70 боксов получаем. Это как бы на аккаунте-то тут на самом деле мало браулеров. Хотелось бы, чтобы сейчас больше выпало. Понимаете, у подписчика моего по-любому надежда есть. Давай! Леона! Или ПМ хотя бы. Вот ПМ тоже было бы неплохо выбить. Или Пайпер. Давай! Нет, сука, не дает. Не дает сволота такая. Ну уж давай там. ПМ, Пайпер тоже было бы очень классно. Прям топово. Ну. Нас кто-то как-то обманывает, друзья. Динамайк. Уже последний бокс открываем. Давай еще. Нет! Это был, друзья, последний бокс. Заходим сюда. Ну, по крайней мере, смотрите, мы получили Рика. Уже, по крайней мере, человек не зря копил все это дело. Поздравляем. Возьмет, набьет очков. А что у нас получается по аккаунту? Тут так уже серьезно. Тут
Вот у меня что-то за кольта сегодня тоже не получилось нормально набить. Так, смотри, по 250, по 230. За брока. Но человека за дальников не получается. Ну, короче, не знаю. Пожелаем моему подписчику огромнейшей удачи. Вам, ребятушки, огромнейшей удачи. Большущее спасибо всем тем, кто поставил лайк под этим видосом, оставил свой комментарий и помог продвижению. Блин, побольше вам лег, эпиков и пока.